посылка с AliExpress, колонка, маленькая колонка, так вот запакована. Вот так вот называется. 600 рублей стоит. Брал для гаража, чтобы когда работа там что-нибудь брынчало. Сейчас они уже колонки стали идти с USB входом. Так, инструкция пользования на английском, китайском. Шнур для заряда. Так, вот тут завязано, тут получается вот. Для зарядки microSD. О, даже флешку можно ставить, microSD можно ставить. Обыкновенную флешку и включить, выключить. Включилось. Так, включилось. Теперь нажать и держать — это, наверное, как радио. Наверное, радио включилось, а на эту кнопку ищет волну. Должно искать волну. Но я там читал, все пишут, что со шнуром он как антенна. Должно лучше. Шнур более длинный, такой толстый, хороший, может, он получше будет. Много станций находит. Получается, пролистал, наверное. Получается, он, наверное, нашел, а потом плюсом и минусом станции перебирать. А если добавить, то держать надо. Это юность моя. Знаю, мы сегодня точно не уснем. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греет. Детка, не гони, не квар. Винит натворил фигни сам и разгребает. Куда не обострать. Обжигали чувства, но намыкали бульбака. Ну, громкость так не прям что стус, ну вполне.
метра, 479 рублей вот. За квадратный метр. Огнезащита древесины 10 литров, 419 рублей. Такая колонка громкости вполне нормальная за это, для этой маленькой, для этой малютки как бы. Вот флешку ставить не буду, потому что там авторские права могут потом жалобу припаять. В общем, штука классная, и радио. Вот провод поставил, в принципе, станции, которые в городе ловят. Вот, и как бы приемник, считай, вот приемничек маленький, всегда в сумку можно. Раньше огромные были. Ну и как бы везде вот у меня в гараже там работать будет. Это. Вот, 600 рублей стоит, классно для этих денег, как бы, не понравилось. Ну, аккумулятора на сколько хватит, надо еще посмотреть. Вот. Флешку можно поставить где угодно, работаешь, что-нибудь делаешь. Такая вот колонка, 600 рублей без скидок. Ну, когда будут скидки, вообще можно взять хорошо. Вы беременны и ищите клинику, которой можно поручить заботу. Так, ну вот прошло пару недель, уже даже недели три, наверное, как покупал эту колонку. Ну так она, наверное, на шнуре стоит постоянно. Вот. Классная штука, как бы понравилась. Флешка можно. Вот. Радио работает, как бы. Громкости всего хватает. На без подзарядки где-то 2-3 часа аккумулятора хватает. Вот. Маленькая, компактная. Радио. Флешку надо вставил. Bluetooth через телефон. Все, что хочешь, как бы. Штука прикольная, как бы. Включил, и постоянно музычка играет, и работаешь в гараже. У меня в гараже стоит. Так что, если кому-то приемник, скажем так, нужен маленький, в карман можно положить куда угодно с собой. Классная штука.